Безопасно ли в Грузии сейчас? Слышал, что туристов не только бьют, но и убивают. Мадлоба. Я скажу свое мнение. Вот резюмируя. В Грузии сейчас на 24 октября 2021 года безопасно. Безопасно, потому что здесь всегда, ну, как-то отношение к туристам, гостям, да, то есть оно нормальное. Оно хорошее, лучше, чем не. То есть я здесь себя чувствую в большей безопасности, допустим, чем в Минске, в Москве или в Киеве. Все. Вы похожи на мою маму. Моя мама тоже говорила: Саша, не едь никуда, не едь в Москву, не едь в Киев. Там же так вот я читала в новостях, там это все убивают. Друзья мои, просто если посмотреть и признаться себе, то Грузия, хоть и маленькая страна, но здесь есть там пару миллионов жителей, туристов. И, естественно, в семье не без урода. Естественно, всегда будет кто-то, у кого там поехала крыша, то есть всегда будет кто-то, кто не хочет как бы жить по нормам общества, и он будет их нарушать. Но в процентном соотношении и для Грузии, что меня радует, это настолько, вот, настолько какое-то событие, что об этом освещают чуть ли не с первых каналов там телевидения, об этом все говорят, об этом все трубят, и, наверное, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны плохо, потому что как бы вот это превозносится, и люди со стороны, они тоже думают, что здесь вот постоянно, да, то есть как бы, ну, в постоянном движении. Грузия, она, как по мне, опять же, мое личное мнение, она очень безопасна. Не слушайте телевизор, не слушайте ваших там российских пропагандонов, да, которые там в Грузии, там туда-сюда. Ну, бывают исключения, бывают, но опять же, если смотреть, сколько людей погибает на тех же дорогах, то это как бы небо и земля. Поэтому смотрите на мир по другим немного ракурсам. То есть всегда бывают люди, которые могут погибнуть, несчастные случаи, могут быть убийства. Так устроено в любой, даже в суперразвитой стране, всегда есть те, у кого едет крыша, и они делают правонарушения очень часто.